В Тверской городской думе открылась персональная выставка картин Маргариты Прошаковой «Арт-кабинет». В экспозиции представлено более 30 работ, выполненных в технике масляной живописи. На открытии побывал наш корреспондент. Маргарита Прошакова не профессиональный художник. По образованию она финансист. Живописью Маргарита увлеклась 5 лет назад и за короткий срок смогла овладеть этим искусством на уровне профессионалов. Художница рассказывает, что основное направление, которое ее вдохновляет и интересует, это импрессионизм. Каждая картина пишется эмоционально, то есть в процессе работы полностью погружаешься в творчество. А наиболее, самая любимая моя работа «Перед грозой», вот, которую вы видите перед вами, она скорее написана больше в технике реализма. Она нравится тем, что выражает определенное настроение в какой-то период времени, период жизни. Все работы, они написаны, импрессионизм — это впечатление под определенным настроением. Конечно, все имеют свой характер. Первые шаги в живописи Маргарита сделала под руководством профессионального художника Галины Калининой. А сейчас она занимается в студии известного тверского мастера Андрея Каравайцева, который присутствовал на открытии выставки. Как художник хочу сказать, что ее работы мне очень нравятся. И самое главное, что она может передать вот в сюжетах, будь то пейзаж, натюрморт, настроение сюжета. А это очень, как сказать, для художника важно. Вот не каждый, скажем так, этому дано. Можно написать красивую картину, но она будет пустовата. Можно сделать два мазка на полные смыслы. Присутствовал на мероприятии председатель Тверской городской думы Евгений Пичуев. Он поздравил Маргариту Прошакову со знаменательным событием, пожелал ей дальнейших успехов в работе. Очень интересно видеть видение человека, который занимается этим от души. Надо же иметь внутреннее какое-то желание, талант, чтобы начать писать картины. Это не каждый может. Значит, Маргарита Витальевна у нас талантливый человек. И мы видим работы достаточно профессиональные. Традиции проведения вернисажей тверских художников в здании Тверской городской думы уже несколько лет. За это время здесь были представлены картины как известных тверских художников, так и начинающих свой творческий путь. То, что Тверская городская дума продолжает этот проект, и фактически сегодня здание городской думы – это выставочное пространство, куда приходят люди и смотрят на то, что у нас в коридорах представлены такие прекрасные работы. Выставка работ Маргариты Прошаковой открыта для всех желающих. Любой посетитель Тверской городской думы может полюбоваться работами художницы-любителя.